Телеведущая Ксения Бородина, которая замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым с 2015 года, подала на развод. О проблемах в их отношениях говорили давно. Последний месяц пара не живет вместе. Кроме того, Ксения и Курбан не появляются ни на публике, ни на отдыхе вдвоем. А социальные сети больше не пестрят радостными совместными снимками. Накануне Бородина посетила премию «Жара» в гордом одиночестве. А Курбан Омаров недавно был замечен в компании с участницей «Дома-2». Теледива долго не комментировала слухи, однако недавно отметила, что ей хочется уйти в тень. Как выяснили журналисты, пара уже собрала все необходимые документы, а Бородина по телефону подтвердила информацию о разводе. Слухи об их расставании ходили давно, однако оба супруга их не подтверждали. Неожиданно пара начала проводить время отдельно друг от друга. Бородина появлялась на мероприятиях в полном одиночестве. Подписчики долго отговаривали Теледиву идти на такой решительный шаг. Однако Бородина отметил, что есть вещи, которые невозможно простить. Напомню, что после свадьбы молодых людей у них родилась дочь Диона. Сейчас девочке 5 лет.